يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم уважаемые братья и сестры рады приветствовать вас на нашем телеканале Хадит ТВ 3 на передаче которая посвящена этому священному и великому месяцу месяцу Рамазан и специально по этому поводу у нас сегодня в гостях уважаемый Худжатул Ислам аль Муслими шейх Гурбан ассаляму алейкум шейх Гурбан алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух вместе с шейхом Гурбаном на позапрошлых передачах мы обсудили немало важные темы, как хадисы про особенности месяца Рамазана. Также мы сказали, привели хадис, что в месяц Рамазана открываются двери рая и закрываются двери ада. Также мы сказали, что месяц Рамазан является месяцем Шахрут-Тугур, то есть месяцем очищения, Шахруль-Махвира. То есть, что в переводе означает «месяц прощения». И также мы сказали, что месяц Рамазан является месяцем гьям, то есть, что в переводе означает «месяц стояния». И хотелось бы продолжить наш разговор на данную тему. Прошу вас, уважаемый шейх. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3. Мы ранее говорили об этом неоднократно, упоминали, неоднократно подчеркивали это в предыдущих наших обсуждениях, что этот месяц, месяц Рамадан, является месяцем Корана, священного Корана. Но я хотел бы немножко остановиться на этом и более подробно поговорить об особенностях священного Корана, в частности, о тех особенностях, которые мы наблюдаем в самом священном Коране, как сам Всевышний в Коране описывает, какие качества приписывает священному Корану. И, конечно же, важно подчеркнуть, очень важно иметь в виду, что когда мы говорим, что этот месяц, месяц Рамадан, является месяцем Корана, это означает, что мы хотим этим сказать? Этим мы хотим сказать ровно то, что сказано в священном Коране. А в священном Коране сказано «Шахру Рамадан аль-лази унзила фихи ль-Куран». Месяц Рамадан – это месяц, в котором был ниспослан, был низведен до уровня человека, до человека был низведен священный Коран. Этот аят ясно свидетельствует о том, что доступность священного Корана имеет особую значимость. Доступность священного Корана особенно имеет, то есть является особенной именно в этот месяц. То есть именно в этот месяц священный Коран имеет особую доступность. И поэтому, конечно же, необходимо воспользоваться этой возможностью и стремиться к познанию Корана. И так как в силу того, что мы в основном обращаемся и нашими зрителями и слушателями являются русскоязычные люди, было бы правильнее отступиться и сказать о том, что в силу того, что
русскоязычное население, оно в большинстве своем Коран не понимает, потому что не родной язык арабский. И очень редко можно обнаружить людей, которые понимают арабский язык и умеют читать Коран, умеют понимать Коран. И поэтому, конечно же, в этот месяц особенно необходимо направлять свои усилия хотя бы в эту сторону. Хотя бы к тому, чтобы научиться читать Коран. К сожалению, огромное множество мусульман не умеют даже читать, просто читать Коран. Надо направить свои усилия хотя бы к тому, чтобы научиться читать, а потом после этого необходимо стремиться к пониманию Корана в оригинале. В оригинале попытаться понимать Коран. Необходимо работать над этим. И в особенности это имеет особое значение именно в этот месяц. И доступность, это проверено практикой, это доказано практикой, что в этот месяц Коран обладает особенной доступностью. У нас бывали случаи, когда мы на протяжении месяца Рамадан проводили какие-то уроки, изучали Кораны и коранические науки. И после этого месяца пытались продолжить эти же самые уроки. То есть во время летних каникул какие-то небольшие классы организовывали, во время которых проводили эти уроки. И очень часто бывало такое, что ученики замечали, что тот путь, который они прошли на протяжении месяца Рамадан, они после Рамадана уже продолжать не могут. Продолжение не имеет этот путь. То есть о чем мы говорим? Мы говорим о познании Корана, об изучении Корана. То есть то, что они могли усвоить и изучить на протяжении священного месяца Рамадана, они не могли изучить ни в один другой месяц. И даже более того, бывали люди, которые многие годы пытались что-то изучить, но получалось это достигать только в месяц Рамадан. То есть «Шахр Рамадан аллази унзиля фихи л-Кур'ан». Именно в этот месяц ниспосылается, то есть то, о чем мы говорили ранее, сам Коран движется в сторону человека. И поэтому нужно сделать просто малейшие усилия, немножко направить свои стремления в сторону Корана и попытаться хотя бы для начала научиться читать, потом попытаться понимать Коран. И чтобы понимать Коран, для того, чтобы хоть как-то начать уже понимать Коран, я не советую абсолютно тем, которые... Обычно люди, которые начинают изучать арабский, думают, они вот смогут начать понимать Коран, но это на самом деле не так. Не стоит изучать именно арабский язык. Нужно изучать классический арабский язык, на котором и ниспослан был Священный Коран, то, что называется фусха на арабском, фусха. И для этого в первую очередь необходимо начать с арабской грамматики, именно арабской грамматики. Все эти шаги необходимо сделать. И одним из значей, один из дней, один из значей этого месяца обладает особой значимостью, в частности для познания Корана. То есть если весь этот месяц Коран обладает особой доступностью, то один из значений этого месяца обладает еще более доступной, еще в один из этих ночей этого месяца Коран обладает еще большей доступностью. Это ночь, которая называется Лейлятуль Кадр, ночь предопределения. Потому что в священном Коране, опять-таки, это сказано «Инна анзальнаху фи лайлатил кадр». То есть Коран направляется к человеку в этот месяц, и в особенности в ночь кадр, как сказано в священном Коране «Инна анзальнаху фи лайлатил кадр». Мы не послали его, Коран, в ночь кадр, в ночь предопределения. То есть вы хотите сказать, что изучение Корана в месяц Рамазан может быть очень эффективным, но именно в эту ночь изучение Корана, как бы, и изучение наук Корана может быть более эффективным. Да, абсолютно верно. То есть, опять-таки, доступность понимания, ну, нужно понимать, нужно иметь в виду. То есть Коран — это
духовный дар Бога. То, что сам Всевышний говорит в Священном Коране: «Асбага алейкум ниамаху захиратан ва батина», осыпал вас своими дарами захира ва батина. Так вот, Священный Коран является даром батина. Батина. Это дар. Дар, обретя который, человек обретает невероятные возможности для самосовершенствования, для развития своей личности, для развития своего духа. И, конечно же, об этом идет речь. И когда мы говорим, нужно стремиться к пониманию Священного Корана, обратите внимание, здесь мы не говорим о том, что человек должен понимать весь Коран. Нет. Коран подобен аптеке. Это как аптека. В аптеке имеются лекарства, которые лечат организм. А Коран – это аптека духовная. И точно так же, как для того, чтобы быть здоровым, нам не нужно употреблять все лекарства, которые имеются в аптеке, нам нужно какое-то определенное. Мы простудились, имеем нужду в каком-то определенном лекарстве, верно? Мы же не хотим всю аптеку использовать, все эти лекарства использовать. Это даже более того, вредно. Точно так же и в Священном Коране. Священный Коран имеет лекарства для каждой болезни. И каждый человек имеет свою болезнь, нуждается в особом лечении. Как в предании от посланника Аллаха, дед Фараздак. Фараздак это был очень известный, является одним из известнейших и выдающихся поэтов арабских. Его дед однажды обратился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и попросил ему что-либо донести об исламе и о Боге. И его святость, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитал для него всего лишь два аята. «Фаман я'мал мисқала дарратин хайран яра, ваман я'мал мисқала дарратин шарран яра». То есть этот аят означает, что тот, кто совершит малейший поступок хороший, то увидит его, то есть получит за это награду. И тот, кто совершит малейшее зло, самое малейшее зло, тот получит заслуженное в ответ. Этот человек, дед Фараздака, сказал: «Хасби, этого мне достаточно». Он ушел, и этого ему хватило на всю жизнь. То есть одного лишь аята, осознание всего лишь одного аята Священного Корана, ему достаточно было, чтобы познать весь Коран, чтобы познать весь ислам, чтобы понять всю программу своей жизни, чтобы осмыслить всю свою жизнь. И поэтому мы, когда говорим стремление к Корану, изучение Корана, мы в первую очередь говорим о размышлении над его аятами, как сказано в самом Священном Коране, что необходимо размышлять над аятами Священного Корана. И это один из важнейших моментов. Почему? Потому что у нас есть еще время, я хочу одну историю рассказать, очень, на мой взгляд, важную. Если есть время, то... У нас еще есть в распоряжении несколько. Да. Вот смотрите, есть в истории такая секта, такое течение, как хариджиты. Эти хариджиты обладали несколькими особенностями, которые запечатлели их и увековечили этих людей в истории. Во-первых, они были очень набожные люди, то есть они выглядели очень набожными, были ахля Коран, чтецами Корана, они знали Коран наизусть и очень много времени уделяли изучению Корана. Абу Муса Ашари и Абдулла ибн Масуд были их учителями, это были люди, которые научили их священному Корану. То есть это были ахля Коран, это были люди Корана, хариджиты, это первая их особенность. А вторая их особенность, как сказал сам Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, они были ашкан нас. Его светлость назвал ибн Мульджама ашкан нас, он был одним из хариджитов. То есть это были набожнейшие люди, это были люди Корана, но они были самыми несчастными, самыми
худшими людьми. Это были самые худшие из людей. И из речей его светлости, Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалям, халиф Аллаха на земле. Это ясно прослеживается. То есть можно легко и проследить в речах его светлости это значение. Уважаемый шейх Курбан, я прошу прощения, мы продолжим говорить наш разговор на данную тему после короткой передачи. Уважаемые телезрители, мы прерываемся на короткую паузу, после чего мы вернемся и продолжим наш разговор. Снова ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Напоминаю, что у нас в гостях уважаемый Худжатуль Ислам валь Муслимин шейх Гурбан. И вместе с шейхом Гурбаном мы вели разговор о том, о важности изучения Корана в этот священный месяц. И также наш разговор зашел про хариджитов. Вы сказали, что они были очень набожные люди, и также они тратили очень много времени на изучение Корана. Но они были несчастными, как вы сказали, и хотелось бы узнать причину этого. Да, это были жители Куфы в основном. А Куфа — это был такой военный городок, где располагалось мусульманское войско. То есть оно было таким военным городом, который со временем разросся. Эти хариджиты в большинстве своем, то есть это абсолютно большинство, основная масса хариджитов, это были куфийцы. Но когда был создан, город Куфа во время второго халифа Умара ибн аль-Хаттаба, Умар ибн аль-Хаттаб отправил в этот город двух сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулла ибн Масуда и Абу Мусу Аш'ари. Направил их туда, чтобы они обучали этих бойцов, обучали военных исламу, Корану, религии. То есть это Куфа — военный город, и он хотел, чтобы дух, например, чтобы дух у мусульман был высокий. Да? Но в этом распоряжении был один очень важный пункт, очень важный момент. Дело в том, что второй халиф имел особые взгляды на ислам. Это очень ярко прослеживалось. Мог легко критиковать Коран, допустим. Ну, имел какой-то свой особый характер, свой особый интеллект, если хотите. Критиковал Коран, мог говорить, что нет, этот аят неправильный, это нужно отменить. Например, 24-й аят суры «Женщина», он открыто сказал, что этот аят не принимаем. Например, он отменил 24-й аят суры «Женщина», часть этого аята он просто взял и отверг. И он так и сказал, что во времена пророка мы просековали этот аят, а теперь я его отменяю. И это достоверно, это, кстати, принимается всеми мусульманами абсолютно. Это не является каким-то вопросом разногласий. Этот человек имел свои особые взгляды. И одним из его особенностей было то, что он не особо принимал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть он принимал, но отчасти. То есть где-то ему нравилось, он мог спросить, ты на самом деле посланник Аллаха, например, мог спросить. Это я опять-таки не говорю какие-то уникальные вещи, я не говорю сейчас те вещи, относительно которых имеются разногласия. Это всеми принятые, единогласно принятые всеми мусульманами факты, но просто разница в том, что одна часть мусульман предпочитает закрывать на это глаза и проходить мимо, и не особо концентрировать внимание на этих вопросах, но другая часть мусульман считает, что нет, это очень важно и играет роль для понимания ислама. Он мог подойти и спросить, ты на самом деле посланник Аллаха?
Ты что, ты посланник Аллаха, и мог спросить у пророка такие вопросы. Мог, например, перебить пророка, сказать, пророк, например, что-либо говорит, говорит, нужно сделать это, а тот говорит, нет, этого не нужно делать, оставьте его, пускай. Например, событие известно как бедствие четверга, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал принести ему принадлежности для письма, чтобы оставить завещание. А он сказал, что нет, не нужно, это нам не нужно. Он прервал его светлость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и встал между ним и его завещанием. Просто встал между ним и его завещанием. Посчитал, что он знает лучше, что нужно мусульманскому умме, чем пророк. То есть он имел вот такой характер. И одним из вот таких проявлений его характера было то, что он после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, приложил все усилия, чтобы уничтожить наследие посланника Аллаха. То есть его сунну уничтожить. Уничтожить его сунну. И поэтому они собирали хадисы, сжигали хадисы, которые были записаны еще при жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и запрещали рассказывать хадисы от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А с чем было это вообще связано? Почему? История немножко глубокая, не хотелось этого затрагивать, но раз вы спросили, я скажу об этом. Вкратце, если можно. Да, дело в том, что Умар ибн Хаттаб имел пристрастие к иудаизму. Это также известный факт, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, неоднократно ругал его за это, неоднократно критиковал его за это. Однажды, когда его светлость увидела его сторой, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, разгневался, сказал, что я принес вам намного лучшее, чем это. Так почему? И сам Умар ибн Хаттаб говорил, что один день он посещал мечеть, а второй день он посещал иудейскую школу. То есть это его было пристрастием. Но дело в том, что в иудаизме принято считать, что беды, которые постигли иудеев, являются следствием того, что они следовали тому, что говорил Муса, алейхиссалам. То есть в иудаизме есть такое точка зрения, такое убеждение, что беды, которые постигли иудеев, было по той причине, что они следовали сунне Мусы. Не Торе следовали, не только Торе следовали, но и наряду с этим следовали им и словам, поведению, подражали Мусе, алейхиссалату вассалам. И это же убеждение имел и Умар ибн Хаттаб. Он считал, что мусульманская умма не должна следовать за посланником Аллаха, что нам достаточно Корана. И он, это его слова, и приведены они в самых достоверных источниках. «Хасбуна китаб Аллах», он говорит, «нам достаточно книги Аллах». То есть нам нужна только книга Аллаха. Все остальное мы должны сжечь, уничтожить и предать забвению, в том числе и сунну посланника Аллаха. Это его убеждения были. Ну, конечно же, сейчас часть мусульман пытается оправдать это действие, придумывать какие-то благие какие-то намерения, придумывают какие-то причины. Для утверждает, что это было сделано для того, чтобы Коран не спутался с хадисами. Но это на самом деле просто попытка оправдать, не более того. Потому что невозможно спутать хадис, где сказано «Каля Расулулла» с Кораном, где этого не говорится. То есть это на самом деле, конечно же, просто попытка оправдать. Но речь о чем? Речь о том, что одна из особенностей образ мышления второго халифа было именно в этом. Он запрещал сунну. А сунна, как сказано в священном Коране, «Литубайина линнас», чтобы ты, посланник Аллаха, разъяснял то, что им не спослано, то есть разъяснял Коран. В священном Коране говорится, что посланник Аллаха разъясняет Коран. То есть разъяснение Корана доступно через посланника Аллаха. Посланник Аллаха говорит, что означает тот или иной аят. И поэтому, запретив сунну, они практически запретили толкование священного Корана. А как понимать Коран без толкования? Да, и, конечно, как мы сегодня даже наблюдаем, каждый понимает Коран как хочет и толкует его на свой лад. Да, то есть просто они привели к тому, что эти куфийцы, которые в будущем стали впоследствии такого воспитания, стали хариджитами, ашканнас, стали худшими из людей,
самыми худшими из людей. Почему они стали самыми худшими из людей? Знаете почему? Почему? Потому что они читали Коран. Удивительно, да? Как бы... Противоречиво, читая, да? Читая Коран... А Коран точно так же, как является величайшим даром, духовным даром Аллаха людям, он также является величайшим наказанием для людей. Почему? Потому что сам Всевышний в Священном Коране говорит, размышляйте над ним. И поэтому, если вы просто возьмете Коран и будете его читать, и будете понимать его как захотите, как вам душа велит, не будете размышлять над ним, не будете изучать толкование, не будете стремиться к пониманию аятов Священного Корана, а будете делать ровно то, что делали хариджиты, они просто читали. Они просто его читали и зубрили. Они зубрили и читали, не размышляли над ним. Размышляйте над аятами Корана им было запрещено. А как бы они размышляли? Какое размышление им было доступно на тот момент? И вообще, какое размышление доступно человеку над Кораном? В первую очередь, он должен понять, что сказал о том или ином аяте посланник Аллаха, как он растолковал тот или иной аят. Или хотя бы понять, в каких обстоятельствах был неспослан тот или иной аят. Понимание обстоятельств тоже является одним из важных моментов понимания аята Священного Корана. Мы же не можем просто вырвать из контекста аят, из контекста неспослания, из контекста обстоятельств и попытаться его понять глубоко. Нет. А все это было запрещено этим людям. Абдулла ибн Мас'уду и Абу Муси Аш'ари было запрещено. Я уже не говорю о том, что Абдулла ибн Мас'уд и Абу Муси Аш'ари обладали также особым характером преподавания. Они особым образом преподавали Священный Коран. Таким образом, этим людям недоступно было размышление. Вот к чему нужно стремиться. Не просто читать. Нужно читать размеренно, не быстро, размышляя над аятами Священного Корана. В противном случае это чтение и сам Священный Коран превращается просто в величайшую беду, превращается в величайшее проклятие и превращает человека, воспитывает из человека таких подонков, как хариджиты или же ваххабиты. Ваххабиты обладают с этой точки зрения очень похожим мировоззрением с хариджитами. Они не стремятся, то есть у них не принято вот это вот размышлять над глубинными смыслами Корана, над аятами Священного Корана. И поэтому нужно к этому стремиться. И когда мы говорим, что в этот месяц Коран направляется в сторону человека, и человеку нужно сделать малейшие усилия, мы в первую очередь говорим о том, чтобы человек стремился к пониманию, к тому, чтобы найти в этом божественном даре, найти для себя лекарство. Лекарство и средство. Средство приблизиться к Богу, возвысить и укрепить, усовершенствовать свой дух, свою нравственность и так далее. Улучшить самого себя, заработать вечное блаженство. Необходимо находить это, и все это должно сопровождаться размышлениями над аятами. В противном случае, тот же самый дед Фараздака, если бы он не осознал бы, не поразмыслил бы над аятом Священного Корана, который зачитал ему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, смог бы он сказать хасби, смог бы он почерпнуть ту выгоду, которую мы наблюдаем, что он по-настоящему осознал этот аят и принял его как установку для всей своей жизни. Большое спасибо, шейх Курбан. Надеюсь, что информация, данная вами, очень позитивно скажется на наших телезрителях. А также надеюсь, что данный наш разговор был очень познавателен и полезен для них. Большое вам спасибо. На этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Ну а мы, уважаемые телезрители, подводим итоги нашей передачи на этом. Хотелось бы пожелать вам в этот священный и великий месяц терпения и сил, искренних молитв и добрых надежд. А на этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Я